Самое главное в рукопашном бою — уметь предугадать действия врага. Если вы научитесь хотя бы на долю секунды упреждать его, значит, вы победили. Сегодня мы будем отрабатывать защиту и нападение с помощью оружия. У вас М16. Это отличная винтовка, и в умелых руках она может стать серьезным аргументом. Начнем с самого главного. Чтобы вы не делали, не упускайте противника из виду. Всегда держите его в поле зрения. Это основной принцип рукопашного боя. Потеряете врага из виду, проиграете и умрете. Сейчас я вам покажу удар прикладом. Смотрите внимательно, он наиболее эффективен. Винтовку держите за цевьё и основание приклада. Удар наносите всем корпусом. И не забывайте выставить вперед левую ногу, иначе вы можете упасть, если противник увернется от вашего удара. Всем ясно? Теперь пусть каждый повторит это.